Всем привет! Вы смотрите видео на gagaji.com, и сегодня мы расскажем вам об одном из самых интересных нетбуков, доступных на украинском рынке – Samsung NF310. Samsung NF310 имеет дизайн в стиле линейки Shark, для которого характерны округлые формы и слегка приподнятые вверх края по бокам клавиатуры. Верхняя крышка имеет блестящую металлическую отделку, а рабочая поверхность выполнена из матового серебристого пластика. В целом, нетбук выглядит агрессивно, но достаточно привлекательно. Набор портов у NF310 типичный нетбучный. Есть только самое необходимое. Слева находятся VGA, один USB и аудиоразъемы. Справа еще два USB, розетка локальной сети и устройство чтения карт памяти стандарта SD. Клавиатура в NF310 выполнена по островной схеме. По размерам клавиши меньше, чем на клавиатурах полноформатных ноутбуков, но текст набирать удобно. Тачпад, несмотря на небольшие размеры, очень хорош. Его поверхность весьма приятная на ощупь, а кнопки четко отрабатывают нажатие. 10-дюймовый экран имеет нетипичное для нетбуков разрешение 1366 на 768 точек. С одной стороны, с таким разрешением работать гораздо комфортнее, чем с 1024 на 600. С другой, текст все-таки выглядит мелковатым, его приходится увеличивать средствами операционной системы. Samsung NF310 оснащается стандартным нетбуков-процессором Intel Atom N455 и интегрированной графикой Intel GMA 3150. В принципе, неплохо, но в устройстве данной ценовой категории хотелось бы видеть уже двуядерный Atom N550. Самым большим достоинством Samsung NF310 является потрясающее время автономной работы. При типичном нетбучном сценарии использования NF310 способен проработать без подзарядки более 10 часов. По сути, выходя из дома на целый день, зарядное устройство можно не брать с собой. Подводя итог, можно сказать, что Samsung NF310 – это достаточно дорогой нетбук, который отличается от конкурентов в первую очередь интересным дизайном, длительным временем автономной работы и экраном с разрешением, пригодным для работы. К минусам его относится в первую очередь производительность, посредственная даже по нетбучным меркам. Средняя стоимость Samsung NF310 в украинской рознице на сегодняшний день составляет около 4500 гривен.